Мне это все надоело. У меня скоро день рождения, я хочу себе новый телефон. У Лизы новый телефон есть, у Дарины новый телефон есть, у Валентины Ивановны есть. Я не могу нормально в Инстаграм зайти. Пока вы мне не купите новый телефон, я домой не вернусь. Алло? Виталий Андреевич, слушаю вас. Что случилось? Лера мне сегодня не звонила. Как из дома ушла? Нет, я об этом ничего не знаю. Хорошо, мы с ребятами обязательно сейчас попытаемся ее найти. Не переживайте, пожалуйста. И вам сразу же сообщу. До свидания. Надо ребятам позвонить. И все это за 8 секунд. Вот это она дает. Бывает же такое. Лиза, подожди. Валентина Ивановна звонит. Алло, да, здравствуйте. Нет, мы не с Лерой. Лера нам не звонила, нет. Да, понял. Хорошо, значит, я жду вас в сквере на лавочке возле остановки. Да, постарайтесь прямо сейчас. Представляешь, Лера потерялась, исчезла, дома ее нету, сбежала. Как это сбежала? Вот так это. Идем, Валентин Иванович, ждем. Искать ее вернуть. Лера, не кричи. Валентина Ивановна. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Вы представляете, такое утворила. Как вы думаете, где она может быть? Валентина Ивановна, можете не беспокоиться. Я точно знаю, где она находится. В беседке. Мы там постоянно зависаем. Точно, мы там всегда гуляем. Будьте уверены, мы ее уже почти нашли. Так что же мы ждем? Рома, бери бутылку, давайте быстрее. Рома, здесь никого нет. Слушайте, а где еще может она быть? Валентина Ивановна, как-то странно, что ее здесь нету. Но есть еще одно место, в которое она тоже могла, возможно, поехать. Надеюсь, это не море? Вы почти угадали. Она очень любит купаться, поэтому она наверняка поехала на остров. Точно! Это там, где мы шашлыки жарили. Ей там очень понравилось. Валентина Ивановна, уже не переживайте, она точно там. Ребята, значит, надо ехать. Ставь бутыль туда. Давайте быстрее. Чего вода такая зеленая? Ого! Она так цветет? Да, накупался. Наверное, вода цветет. О, орешек. Рома, ну сколько
чем мы будем бродить. Смотри, уже солнце садится. Да мы уже почти пришли. Не знаю, как пришли, но посмотрите, уже правда темнеет. Да. И где эта Лера? Ну вообще уже бессовестная. Нечего ей делать. О, наконец-то добралась. Как же тут красиво. Хорошо, что тут никого нету. О, и как раз там уже собой орешки. О, орешки мои любимые. Орешки. Ты тоже любишь орешки, да? Будешь кушать? Будешь? Кушаешь орешки, да? Иди сюда. Иди, иди. Орешки. Все? Будем с тобой дружить, да? Да, зря я с папой поругался с дома. Он бы мне и так бы телефон купил. А теперь придется ночевать на дереве. Только мне я на него не залезу. Ладно, пойду поменьше поищу. О, идеальное дерево. И залезть легко, и присесть можно. И облокотиться можно. Так, ладно. Так. Так. Книжечка. О, нет, я отсюда упаду. Надо примотаться. Так. Мальчики, уже заходим. Вот здесь она должна быть. Лера! Ну и где она? Я никого не вижу, Рома. Странно, она всегда здесь отдыхает и купается. О, все. О, о, теперь точно не упаду. Так. Да кто-то чихнул. Может, это Лера? Пойдемте посмотрим. Смотрите, это точно Лера. Ничего себе, вот это бессонница. Давайте тихонько подкрадемся. Вообще, Лера. Лерочка! Ну что, нашлась пропажа? Давайте, распаковывайте. Валентина Ивановна, а как вы меня нашли? Как нашли?
Говорят, ты купаться здесь любишь. Как можно? Какой-то телефон она хочет на папу променять. Тебе не стыдно? Папа ищет тебя. Вот мы с ребятами целый вечер ходили. Искали тебя. Что ты себе думаешь вообще? Да я так поняла, что я виновата. Больше не будешь так делать? Нет. У папы обязательно попроси прощения, поняла? Да. Забирай свои вещи. Это же надо додуматься до такого. Вот смотрите, ребята, никогда так не поступайте, как Лера. Понятно? Да. Давайте быстрее, это темнеет уже. Что ты вообще могла так? Как ты задумалась, да?